Приветствую всех любителей бисероплетения. Сегодня снова с вами Ольга Кожакару. И я хочу предложить вашему вниманию э, вот такой элемент э, с использованием бисера. Вот косточка он называется. Я его приобрела несколько раньше, но вот пока что не знала, э, куда же мне его использовать. И вот мне пришла такая идея сделать комплект серьги и вот колье или браслет. Вот такие вот интересные вот бусинки. Они имеют одну дырочку и называются косточка. Вот у них дырочка здесь посередине. И мне вот пришла вот такая идея вот такого элемента. Я сделала сережку. Сегодня я сделаю еще одну сережку. И в конце урока я покажу вам, как можно вот такие элементы соединить в одно колье. Итак, давайте соберем все, что нам может понадобиться для того, чтобы вот э, сделать такой элемент. В первую очередь это вот эти косточки нам понадобятся. Нам понадобится кабашончик 10 миллиметров мы уже с вами делали с использованием этих кабашончиков сережки у меня вот осталось здесь их пару штучек пару штучек. Вот такой цвет у них тоже интересный. И я также использовала чешский бисер в десятом размере. В десятом размере. Упс. Так, десятом размере использовала э, здесь у меня вот есть две бусинки граненых это три миллиметра три миллиметра вот я напишу чтобы вы знали 3 миллиметра 3 миллиметра э, их мне понадобится для одной сережки две штучки всего вот и также я использовала бисер в десятом размере, серебристый. Так, хочу, чтобы все было видно здесь на столе. Вот. Работаю леской 0,3 миллиметра. У меня уже она заканчивается. Я заказала новую на несколько месяцев мне хватило вот эта катушка 1200 метров здесь было я вот приготовила уже иголку с леской и нам надо сделать для вот этого кабашончика 10 миллиметров нам понадобится сделать цепочку из крестиков и крестиков в цепочке уже замкнутой в колечко должно быть 12 итак начинаем собирать нам надо в первую очередь Начать с четырех бисеринок, я думаю, что вы уже знаете, как это делается. Четыре бисеринки продвигаем на край лески и закрываем в колечко, и затем начинаем каждый раз набирая три бисеринки делать цепочку. Итак, упс, так. Делаем цепочку. Делаем цепочку 11 крестиков и 12 закроем в колечко. Вот я сделала уже цепочку на 11 крестиков. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. И теперь закрываю в колечко 12 крестиком. То есть, развернув концы вот моего, моей цепочки друг к другу, я соединяю в колечко две верхние бисеринки каждого крестика начального и конечного крестика вот у нас получается колечко из 12 крестиков и теперь я сразу буду вот после того как я вышла вот в эту боковую бисеринку после закрытия крестика я начну стягивать теперь верхнюю часть моей оплеточки набираю одну бисеринку и прохожу две бисеринки. одну бисеринку и прохожу две бисеринки и так по кругу мы должны пройти так как у нас 12 крестиков у нас естественно получится 6 новых бисеринок и последнюю шестую бисеринку ставим и сразу постараемся выйти на противоположную сторону нашего вот изначального э, изначальной цепочки крестиков то есть на эту сторону мы будем проходить по бисеринкам вот я сейчас как раз попала в тот момент, когда мне вот этот хвостик, что я не обрезала, он понадобится. То есть у нас здесь, вы сейчас поймете, почему я все-таки не обрезаю сразу. Вот здесь у меня узелочек. Мне надо вот выйти в эту бисеринку. И чтобы узелок не мешал, я просто за этот хвостик подтягиваю таким образом, чтобы у меня немножечко вот освободился проход, и я могла пройти через бисеринку. Вот таким образом. Теперь я двигаюсь дальше и смогу уже обрезать эту леску. То есть мы по бисеру перейдем на противоположную сторону нашей изначальной цепочки. Вот таким образом. Все, я теперь удалю хвостик лески этой. И теперь буду набирать между вот этими крайними бисеринками, буду набирать по новой бисеринке. Итак, нам надо пройти по кругу. Каждый раз будем набирать вот по одной бисеринке. Проходим по кругу. Вот смотрите, я уже прошла по кругу, моя плеточка вот таким образом немножечко стянулась и с этой стороны. И теперь э, вот смотрите, я сейчас нахожусь в бисеринке, которая находится четко вот под этой бордовой. Я пройду немножко вперед, чтобы я была в бисеринке между этими бордовыми бисеринками. Вот видите, в центре между этими бордовыми бисеринками. Теперь я начну набирать по 5 бисерин. 3, 4, 5. 5 бисерин. И смотрите, я должна зайти в бисеринку, которая тоже выступающая, но находится между красными. Вот между этими красными. Вот я сейчас между этими. Мне нужно зайти в бисеринку. То есть, если по выступающим считать, то одну выступающую я пропускаю, я захожу в следующую выступающую. Снова 5 бисерин. 5. Опять одну выступающую пропускаю, захожу в следующую. 5. 5. Пропускаю одну, захожу в следующую. То есть эти выступающие как раз находятся вот э, между нашими бордовыми. Итак, мы должны пройти по кругу. Вот я набрала последний набор из пяти бисерин и сразу зашла в первый набор, в центральную бисеринку. То есть в третью из 5. Вот у нас получилась вот такая вот оплеточка сейчас. И мы сейчас начнем между верхними, то есть вот между средними, вернее, между средними бисеринками вот этих наборов будем проходить, набирая между ними еще по одной дополнительной бисеринке. Пока что, конечно, не затягивайте, можно пока вот таким образом набирать, так свободненько, чтобы мы могли потом установить кабашончик наш и стянуть. И последнее вот теперь я могу в принципе сразу проходить по этим же бисеринкам ну я вот так чуть подтяну чтобы у меня слишком у свободно здесь не было все вот вот в принципе наша корзиночка или оплеточка готова для того чтобы мы могли установить здесь наш кабашончик я буду придерживать его вот видите, он здесь вот так в серединке очень хорошо стоит. И я для того, чтобы могла стянуть ровненько, вот придерживаю его там в середочке и стягиваю то, что вот мы здесь понабирали с вами стараюсь, чтобы он э, направлять все это, чтобы он ровно по центру находился. Вот так наша оплеточка выглядит с изнаночной стороны. И я теперь постараюсь пройти по бисеринкам, которые набирала вот в последнем ряду, чтобы еще раз хорошо вот потянуть. Видите, я не буду проходить по бисеринкам предыдущего ряда, а только по бисеринкам вот последнего ряда. То есть э, 6 бисериночек мы должны пройти. И тогда у нас все это хорошо вот стянуто будет. И э, уже мы можем совершенно спокойно переходить к дальнейшей работе. Старайтесь хорошо подтягивать, чтобы у вас все, э, все было прочненько и ничего не болталось. Кабашончик, чтобы стоял вот э, четко. Ну вот, я теперь постараюсь перейти. Вот видите, мы когда вот набирали вот эти 5 бисерин, мы пропускали одну выступающую бисеринку. Теперь нам нужно пройти по бисеру таким образом, чтобы мы попали как раз вот в эту пропущенную нами выступающую бисеринку. Выступающую бисеринку. Сейчас мы постараемся это сделать. Вот я вышла, она как раз по центру находится напротив уже вот этой бордовой э, нашей бисеринки. И снова будем набирать по 5 бисерин и проходить по уже вот этим свободным выступающим бисеринкам. Но я набираю вот таким образом, чтобы вот было как-то э, немножечко э, отлично от того, что я делала до сих пор. две серебристые, одна бордовая, две серебристые. Вот видите, мы проходим как раз вот в эти промежутки. И как раз получается как раз напротив красной бисеринки. Напротив красной бисеринки. Итак, мы должны по кругу набрать. Вот это последний набор уже, и я сразу выхожу э, в первый мой набор в центральную бисеринку. Вот точно так как мы в предыдущий раз делали. Но сейчас мы будем делать следующий набор: одна серебристая, две бордовые, одна серебристая, и буду заходить. Бордовую вот именно на э, моем кабашоне, на центре моего кабашона. Вот сейчас мы сделаем вот такую змеечку, да. Э, будем зигзагом двигаться. Одна серебристая, две бордовые, одна серебристая. И заходим на крайнюю бисеринку. Одна серебристая, две бордовые, одна серебристая. И заходим на над кабашоном. Одна серебристая, две бордовые. Одна серебристая. Заходим на крайнюю. И таким образом мы пройдем по кругу. Вот все время делая такие наборы и соединяя между собой бордовые бисеринки э, с краю нашей, нашей оплеточки и по центру. Все просто, пока э, здесь ничего сложного нет. вот таким образом, друзья, я прохожу по кругу.